Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и сегодня мы познакомим вас с портативным частотомером производства компании Sarcom. Называется он SF-103. От SF-401+ он отличается более широким диапазоном, он принимает сигналы от 2 МГц до 2800 МГц. И у него есть индикатор силы сигнала, что поможет в поиске, например, жучков. То есть, чем больше сила сигнала, показанная на индикаторе, тем вы ближе к источнику, естественно, излучения. Ну, давайте познакомимся. То есть, управление у него фактически такое же, комплектация тоже. Покажем, как он принимает аналоговые сигналы и как он принимает цифру. То есть он может принимать и сигналы DMR и показывать достаточно точно номинал частоты. В аналоговом режиме он может показывать коды CDCSS, DCS, а в DMR он может показывать частоту несущей. Так, давайте пробежимся кратенько по комплектации. Помимо самого прибора идет вот такая портативная антенна с разъемом BNC, она широкополосная, рассчитана на весь диапазон. Идет вот такой сетевой адаптер с USB входом 5 вольт 1 ампер, у него максимальный ток. Идет клипса ношения частотомера на поясе. И вот такой шнурок микро USB, USB-A. Конструкция прибора. Имеется ЖК-дисплей, 4 кнопки управления на передней панели. Сверху у нас вход USB, микро USB и разъем для подключения антенны BNC розетка. Сзади у нас крепление клипсы и подстроечник для калибровки диапазона 2200 МГц. То есть он физический, а диапазон верхний 27-2800, он калибруется именно через меню прибора. Ну, давайте теперь покажем, как прибор управляется. То есть, чтобы его включить, нам нужно зажать кнопку питания. Грузится он буквально около 2 секунд. Когда мы его включаем, соответственно, он переходит сразу в рабочий режим. То есть, сейчас у нас радиостанция DP-36 61Е настроен аналоговый канал. Давайте я нажимаю кнопку передачи, и мы наблюдаем на дисплее, что будет приборчик показывать. Для того, чтобы зафиксировать показания, надо нажать кнопку F2, то есть это стоп. И, соответственно, мы видим частоту передачи 440-595. Это правильно, то есть действительно станция запрограммирована в аналоговом режиме на 440,595 МГц. И также прибор определил поднесущую аналоговую 88,5 Гц, и это тоже верно, то есть здесь ошибок никаких нет. Сила сигнала, как вы можете наблюдать, раз радиостанция близко, то фактически вся линейка заполнена. Чтобы перейти обратно в рабочий режим, мы нажимаем кнопку F2, и, соответственно, прибор снова готов измерять. Давайте теперь попробуем измерить сигнал в цифре. То есть переключаемся на радиостанции. У нас запрограммирован цифровой канал DMR. Теперь как здесь нужно нам действовать? То есть мы нажимаем кнопку стоп, нажимаем F3 и переходим, соответственно, в меню справа. Переключаемся кнопкой F3 в аналоговый режим, ну, то есть выбор аналогового режима. И здесь мы изменяем кнопкой F4 режим либо цифровой, либо аналоговый. Соответственно, здесь вот у нас теперь стоит аналоговый режим. Нажимаем кнопку F2. Соответственно, станция перешла, или прибор перешел в режим измерения частоты в цифровом режиме. И нажимаем кнопку передачи на радиостанции. Также фиксируем показания. 440-591 МГц. Но вот здесь, к сожалению, он
не точно показывает частоту, то есть только до сотой доли мегагерца. На самом деле цифровой канал здесь также запрограммирован 440-595. Причем калибровка здесь вот есть в меню. Сейчас я вам покажу. То есть вот мы поставили плюс 15, да, значение. Даже я вот ставлю здесь, ну давайте плюс 25 даже поставлю. И снова мы переходим в цифровом режиме. То есть вот эта калибровка, она никак не влияет. То есть до сотых долей он показывает верно, тысячные доли, к сожалению, есть погрешность. То есть точно частоту определить с этим прибором сложно, но хотя бы таким образом, то есть мы знаем, какой примерно какая частота у станции есть. Там уже, в принципе, можно подобрать точно. Ну, то есть в данном случае поставить либо 590, либо 595, и мы точно попадем в рабочую частоту. Ну, то есть особой точности, конечно, от прибора за такую стоимость, тем более в цифровом режиме DMR, ждать не приходится. Ну что, вот такой приборчик, в принципе, для того, чтобы оперативно понять частоты в аналоге, он вообще отлично подходит. В цифре, да, погрешность большая, поэтому здесь как бы на ваше усмотрение. Но, по крайней мере, работает быстро и, ну, сотые, тысячные доли не показывает, но, в принципе, смириться с этим можно. То есть эквиваленты какие-то от крупных брендовых производителей стоят в десятки раз дороже, поэтому если нужно оперативно и быстро определить и дешево, то прибор вполне подойдет. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезным, ставьте обязательно лайк. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь. Всего вам доброго, до свидания.